Аккуратно надо. Бляха, я, знаете что, парни, перепутал скрин с этим и запись остановил. Включай дальше. Давай, поехали. Ты едь, едь, ты не тащи лебедки. Ну да, просто я конвертну, выложу одну, часть один и часть два. Все, отцеплять. Вот, а говоришь, негде скощунить. Был бы тут пиндос, я бы сам бы вылез. Ну да. О-о. Да, вот тут-то вообще жесть. Тут колью-то прокатали, мама, не горюй. Обалдеть. А КамАЗы, Уралы поубирать не под носом мешаются. Ой, сейчас заодно подчинюсь маленечко. Знаки, конечно, могли бы подальше немножко убрать. Вот, цепляешь. Но я тоже задеваю. И, так я зацепился лапой от автономки. Урона прилетело там, ого-го, сколько. Камни, конечно, тут никогда не... Ну все, считай, спустились. Теперь вторая часть нашего пути. Ну там тоже так же или там полегче? Там полегче, ну. Там полегче будет. Так, починиться надо, починиться. Как красиво крас поставил. Как он залазит на этот бугорок, ничего себе. Что-то топливо, я скажу, что не сильно добавилось. Хватит нам соляры-то? Да, хватит. Здесь не так далеко уже. Фига ты эту Вань куда залез. Ты посмотри, как красиво я стою сбоку. Может, так творят. Всех, конечно, я боюсь. Надо быть аккуратно. Так, все, я пошел через мост. Да, я тебя догоняю. Аккуратно, тут 7 тонн на мосту. Знак стоит 7 тонн. Мы уже больше едем. В 3 раза на один мост залезли. Вот такие 7 тонн. Да, блин, конечно, жалко, видео остановил. Но не со зла. Ну что, сейчас повторишь? Да не, я же опять включил запись. Нет, со, я со скрином не... перепутал. Нажал вместо F12 F9. Тормознул. Ну что-то как-то медленно, парни, вроде дорога нормальная. Давайте тут уже газу, да. Ходу. Нормально, ну сейчас ты меня догоняй меня. Вот тут дорога нормальная. Да, меня повыше на вас. А я, кстати, да, я понижайку не включал. Я на автомате еду еще. Я тоже. Паша там топил. Вот я воткнул повышенный, вот сразу это, давай рвать из-под себя. Ох, я нырнул, слушай. О, дело походу, парни, к ночи. Да? А мы уже приехали. Так я за Пашей иду. Паец. Он меня кто-то догнал. Да я тебе помогаю. Что-то тяжко он идет. Тут две пилорамы, парни. Там три должно быть. Две. А где три? А, нет, три. Три. Я пока точку открою. Ой, а я уже туда полез. Все, я на пилораме жду вас. Там что, Дима застрял, что ли? Да я к точке полз, а ты тут с этой стороны заехал. Тихо, сейчас я знак объеду.
Правда, знак еще. Все. А где третья здесь пилорама? Слева. Да, слушай, блин, мало мы привезли, да? Мы даже одну еще не открыли полностью. Чуть толкается. 6, она ж по 8 они, да? А 8. Да. Надо что-то, наверное, взять побольше. Я, может, сейчас возьму лесовую, этот... платформу лесовода. Да, и удлинную на коробке. С ним, наверное, не пройдешь. Ну, с коробком я пройду. Паша там залип что-то. Я думаю, Урала взять, что ли, на Урале прокатиться. Вроде краза тестим. Ну, и так два краза катаются, в принципе. Да, на Урале вообще, мне кажется, никуда ты не уедешь там. Блин, Урал-то еще... немножко длиннее. Тут еще знаки. Зачем я туда подлез? Карта жестковатая такая. Начинали с, начинали с легкой штуки, такой простенькой, да? Парни тоже молодцы. А сейчас уже ого-го. Растут, растут. Интересно, сказки у бабушки это не их карта? Что-то немножко похоже. Дорогами и кочками. Кочки, правда, средние. Точно ночь, кто-то зевает. Стемнело уже, сутки едем. Эй! Все, я пошел набирать обороты. Кто-нибудь возле моста остановится, подождет меня. Заправить. Я 130 литров уже. Ух, заглох он. Бам тебе, я догнал. Но... Паша, возле моста остановись, кинь мне лебедку. А, смотри, я фары потратил. Ты. Как ты там оказался? Опять уже нырнул. Ага. Но я разогнался, не заметил моста и улетел. Налево ушел или направо? Налево. Достанешь его? Стараюсь. Его под мост сносит. Течение-то сильное. Давай, Паша, еще немножко, я ее заведу, потому что морда вылезет. Нет. Завелся. Вытащили, обалдеть. Не, крас сила вообще. Раз давай, Ваня, задом сможешь по мосту, чтоб не крутиться. Смогу. Тут. Только не упади там где-нибудь посередине. Да, сейчас видишь, уже сделали видно воду, что сюда в машине. Тут маленько. Я тут ровно еду. Ровно. Вроде, да. Не, мне кажется, с роспуском тут вообще не пройти. Мне тоже кажется. Это да. Все надо, да. Где-нибудь завалишься так. Ую, что-то я въехал там. Там столбик. Столбик. Уже увидел. Такой столбик маленький.
Да я тоже ж на него первый раз залез прям брюхом, мордой, даже что-то не поглядел, не обратил внимания. Думаю, что машина упирается в что-то, знаешь, как в стену, бам-бам, вокруг ничего нету. А он под машиной же, под мордой, под кабиной там, за передним мостом аж где-то оказался. А ты так как-то удачно заехал, он у тебя попал прям между мостом, как... короче, и колесом. И колесом, да. Прям четко, прям в серединку вошел. Еще, может, бортовой прицеп попробовать взять? Аккуратненько с ним проскочить. Я хочу роспуск взять, сейчас попробовать. Что получится? Не знаю. Это получится труба, наверное. Блин, этот Урал мешает, этот синий. Да, да, он тут все мешает. Зараза. Блин, у кого-то, у меня, что ли, кто-то пипилкает в этот Steam? Походу, да. Ой, этот он удлиненный. Просто удлиненный здесь. Такие вот короткие. Есть, я вижу, вот он, вот он. Надену татровские колеса. Они вроде потоньше. Народ. Так, а янких колес. Я низкого давления. Тоже татровский взял. Да. Так машину выше немножко. Что-то там Паша там вручную заправляет. 200 литров у меня, не знаю. По идее хватит. Бак 300. Нет. Даже полбака мы не съели, когда ездили. У меня 200. Ну, у меня тоже 200. О, я залез. Что там, кто где? Я побежал курнуть. Алло, сори, я тут отвлекался. Блин, а я курнуть хотел сбегать. Ну иди. Я залез. Там дырочка маленькая, он лезет, старается. О, Диман тоже с распуском побрел. Ё-моё. Я тоже взял. Сейчас будет весело. Мне кажется, подождать, когда будет светло. Я тоже так думаю. Пойдемте сейчас и покурим пока. Я в пожарку уперся. Я бортовой возьму, я вот так возьму. О. Все, я курить пошел. Я тоже. Там парни все зарядились, все курить ушли, наверное. Утра-то осталось. Ох, 2 часа ночи. До утра. Все впереди. Да. Вся ночь впереди. Диман, а тут есть этот с краном? Этот, да, Платформ, манипулятор? Да. Этот, вот Ураловская, да, все там есть. Полный дефолт. Прописан, подогнан. Все чин-чинарем. Машина полностью адаптирована для мультиплеера. Желающих покататься на таком кразе, пишите в личку в группе SpinTires Driver 51 Rus. Добавлю от себя, как раз классный.
идет красиво, тонет классно. Машина зверь. Даже тонет красиво. С музыкой. С музыкой, да. Все, Паша, зарядился? Почти. Все, я чувствую, мы сейчас, вот эта поездка, это будет край вообще, наверное. Вот это будет, да, сейчас будет что-то просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Зацепил я его, зацепил. С собой увезу. Ну, как раз прет ему пофигу. Чуть собой урал. Да, по этим дорогам мы не пройдем. С этими распусками, прицепами. Блин. Почему? Я изнамерился. Застрял, правда. Но уже вылез. Как груженый обратно пойдем, вот вопрос. Да, вот поворот не будет не пройти, наверное. Знаки будут опять не скучать. То урона тут прилетит опять. А, кстати, вот, видите, ребята, у нас кружков тут вокруг машин нету. По мультиплееру мы текстурку заменили, так что тоже обращайтесь. В личку пишите в группах. Насчет данной текстурки. И все, и кружок исчезнет. Скачайте, поставите. Будете играть без этих кружочков нелепых. У меня прицеп цепанулся за дерево. Все, вылез. Ну да, тут некоторые повороты вроде так еще терпимо, да, но, блин, некоторые вообще, по-моему, не пройти будет. Особенно, да, вот тот наверху, где вертолет, вот там не пройти. Да, будет. Да, да, вот тот вообще. Самый жесть. Такой. Там можно будет просто упасть. Прицеп тащит. Что тогда надо будет жертвовать? Отцеплять прицепы. Или там на лебедке как-то поддерживать. Там надо будет как-то, конечно, схитрить нам. У меня прицеп висел на обрыве, ничего, поднял его. Прыжок, значит, с ним будет. Ну тут нормально, ветки распихали, да, вот не мешают. Во-во-во, Паша, у тебя там что-то... Все, я пошел уже вниз. Все, до свидания, ребята. Все. До свидания, блин. Сейчас, подожди, я попробую тебя поднять. Сейчас заморду, сейчас зацеплю. Ё-моё. Не-а, заморду не хватает. Сейчас, подожди. Все. Ты куда делся-то? Исчез. Ты пересел на Урала? Нет, я восстановился. Где, в гараже? Да. А как это получилось? Блин, я бы тебя поднял. Да не поднял бы ты, Дима. Да ничего не поднял, я бы тебя за морду тут зацепил. Морду бы поставил. Морду бы поставил, а там бы вытащил. Мы тут немного проехали, я сейчас быстро вас догоню. Давай ждем. А ты не поднимешься здесь, вот если я тебя на веревку возьму? Прям сразу, как из гаража, да, выезжаешь. Да, да. Ну-ка давай назад попробуем. Блин, прицеп сейчас. Подровняем. Все. Опять пропало.